Приветствую тебя, дорогой друг, с тобой Маркелов Борис. И сегодня расскажу одну историю, которая происходит в реальном времени. Сейчас, на данный момент, вы, наверное, все слышали, многие слышали, что биржа CoinsBit раздает монетки, свои токены, которые, ну, вроде бы как бы будут стоить 1 января 200 долларов. У меня подключились партнеры, проходит верификацию. Я им предлагаю подключать своих друзей, знакомых. И что я слышу в ответ? В ответ я слышу одно. Мои друзья, знакомые не хотят этого делать. Ребята, регистрация. Простая регистрация. Да, подтверждение личности. То есть там нужно отправить пару фоток, чтобы получить на свой счет 200 долларов. Вам не нужно 200 долларов? Вы не хотите получить просто так за регистрацию 200 долларов? Блин, что за люди пошли? То есть мне пишут в личные сообщения, как заработать в интернете без вложений. Вот он, заработок без вложений. Немногие помнят, конечно, но все знают монетку Ethereum. Вы знаете, как это все начиналось? Ее тоже раздавали бесплатно. И кто в тот момент успел ее схватить, тот получает сейчас достаточно много денег и получил достаточно много денег. И все криптовалютные биржи, они начинают именно с этого, с раздачи, с популяризации своего бренда. То есть много бирж, которые раздавали свое время монетки и бесплатно за регистрацию. За регистрацию, за активацию на сайте. Многие сайты так делали. И все эти проходили пути. И люди, которые брали эти монетки, например, там 1000 монеток, они брали в подарок, через какое-то энное время, через полгода, через год, на тот момент там монетка стоила, по-моему, 10 центов, через год она стала стоить 15 долларов, а сейчас она стоит 30 долларов. Представляете, 1000 монет за 30 долларов. Вы сейчас говорите, что нет, мне это не интересно. А почему бы не попробовать? Почему вы так относитесь к деньгам? Я понимаю, что многие не доверяют. У многих мышление еще неандертальца, который ходит с каменным топором и говорит, блин, это все мыльный пузырь, это все лопнет, криптовалюта. Но с другой стороны, с вас же не требует никаких денег. Просто регистрация через при помощи электронной почты. То есть зашли, зарегистрировались через электронную почту, ввели свою электронную почту, ввели свой пароль, получили 2000 монет. 2000 монет, которые сейчас оцениваются в 200 долларов. А после запуска они могут стать 1000 долларов. А может и не будут они 200 долларов стоить, может они будут стоить 100 долларов, может она подешевеет, но скорее всего, так как биржа уже полностью работает, и оборот биржи составляет более 260 миллионов в сутки долларов. Слушайтесь в эту сумму. 260 миллионов оборот этой криптовалютной биржи. Вы говорите, что вам это не надо. Задумайтесь. Если кому нужно 200 долларов, стучитесь мне в личное сообщение. Также ссылку на регистрацию оставлю под этим видео. Воспользуйтесь этим моментом. Даже если вы в это не верите. Вам это ничего не будет стоить. Просто нужно будет зайти, зарегистрироваться и пройти верификацию. Вопрос 5 минут. На этом заканчиваю. Всем привет.